друзья, всем привет. Поиграл, побаловался немножко, и хочу вам сказать, что это все сейчас звучит в цифровую фигню. Наверное, кто-то сейчас скажет, да я слышал уже, что это звучит в цифровую фигню. Ну, слышал, молодец. Я играю в цифровую фигню под названием Neural DSP, и классная штука. Как ни странно, я был очень скептически настроен, когда ее приобретал, но, кажется, сейчас мои ожидания, они вполне себе оправдались. Я имею в виду те ожидания, которые я изначально закладывал, когда приобретал, но относился скептически. Короче, я вам сейчас расскажу свои впечатления от нескольких месяцев пользования Neural DSP. Это цифровой плагин, который, соответственно, позволяет нам с вами обрабатывать гитарку, и расскажу все технические нюансы, которые есть, и, соответственно, звуковые. Но если вам нравится, как я звучу и как играю, и вот это вот все, то обязательно вот такое пособие качайте по ссылочкам в описании. И лучше всего, конечно, оно идет в пакете с видео, а еще лучше в полном пакете с марафонами и с чатиками, и с клубом, и с кучей всякой движухи. Все это вот так выглядит с моим автографом, со стикером, конечно, который можно выкинуть, если вы не хотите мой автограф видеть. Вы можете получить это в любую точку планеты. Короче, как это все было и происходило. Я где-то в прошлом ноябре прошлого года или декабре сидел такой и увидел рекламу, что типа Neural DSP, Черная пятница, что-то какая-то такая движуха. Я такой подумал, блин, ну на всякий случай, что-то там $50 или 60 это стоило. Я такой думаю, ладно, может пригодится. Какие-то такие транспортно-походные условия, там MacBook, вот чтобы воткнуть и чтобы работало. Есть карточка маленькая, все как бы классно. И я подумал, что, блин, ну а чего бы нет-то, собственно, попробовать? Ну, я не ожидал вообще ничего. Впервые я столкнулся с Neural DSP, знаете, когда был на выставке Guitar Summit, Guitar Summit в городе Мэнхейм, по-моему, назывался, да, в Германии. Это был 20-й год или 19-й, 19-й год это был. И, значит, я туда поехал, там прикольно ребята сделали из Neural. Они взяли просто обычные столы, накрыли их какими-то такими, ну, симпатичными скатертями, типа, короче, тряпочками, чтобы все так было красиво, короче. И на них поставили старые маки. Вот у меня там маки тоже относительно старые. Есть и новые, но как бы есть старые. Мне не нравятся, значит. И там были вообще старые, то есть типа там 11-12 год. Макбуки, прошки. И они на них поставили вот этот Neural. И можно было, ну, подойти, там лежали гитарки, можно было воткнуться, поиграть. Я поиграл и такой, а я еще смотрю, маки старые. Говорю, а что, типа, он такой, так специально, чтобы было понятно, что нет задержки даже на старых компах. Ну, надо сказать, что в этом плане Mac, конечно, посильнее, чем PC. То есть на старых все-таки PC-шках это бы тормозило. А на старых Mac'ах, ну, Mac для музыканта, это может быть по звуку, как у меня есть видео, кстати, на канале, можете посмотреть. По звуку плюс-минус как бы ничего не меняется с точки зрения разницы звучания между PC и Mac'ом. Но вот с точки зрения юзабилити, с точки зрения работоспособности и стопроцентной как бы гарантии, что у вас все будет работать, это Mac. То есть как бы воткнули, и оно просто работает. И, короче, я такой думаю, блин, ну классно, ладно, вроде клево. Ну тогда что-то не было у меня и Mac, и не было необходимости. А, Mac был, но, короче, мне не было необходимости. Я такой, ладно, пофигу. И прошло время, вот я попал на эту акцию, купил, и оно валялось. Потом я разыграл, ну, собственно, усилитель в конкурсе. И усилитель уехал в Питер к победителю конкурса. Ну, к одному из победителей. Я, короче, остался без усилителя. Надо чем-то обрабатывать звук. А преамп у меня и АМТшки все, через которые я обычно это делал, они вообще в другом городе. Больше у меня ничего нет. Как бы я не то чтобы люблю заморачиваться по оборудованию. Я такой думаю, ну ладно. Короче, надо позаписывать видосы для вас. И что-то, короче, поставить. Я поставил на обычный свой PC. Ну, он как бы, ну, не супер мощный, но нормальный. Вот у меня писюк, там два монитора и, в общем-то, нормальные аудиомониторы. Вот это, кстати, единственное, наверное, что у меня из хорошего музыкального оборудования есть, это вот аудиомониторы. И, короче, я стал пробовать в него что-то это. Я прям с первого же звука офигел. С первого же. Просто вот я выпал такой вау с пресетов. Но когда я прям покрутил и понял, какие там есть возможности, я офигел втройне.
потому что это очень круто. Сейчас я стал выкладывать на основном канале. Я стал выкладывать, вы, наверное, уже слышали, видосики, где я просто играю. Просто играю, как-то смешно подписываю, соответственно, эти видео саркастично. И, ну, это хорошо показало себя на англоязычном канале. И даже какие-то ролики там набрали 150 тысяч просмотров или там несколько десятков тысяч. Я, короче, кайфую в целом, когда просто вот играю. Мне нравится просто играть под минусовки, что-то на шару. И я не вижу сейчас вообще никаких проблем в том, чтобы продолжать пользоваться плагином и забить на лампу. Но важный нюанс, что у меня есть хороший бэкграунд с точки зрения игры в хорошее оборудование. У меня уже, ну, как бы поставлена атака, поставлено звукоизвлечение, как мне кажется. И, ну, вроде как кажется тем ребятам, для кого я много чего писал на студии, вроде всем все нравится. Соответственно, я просто играю сейчас в эту цифровую штуку, и все. И мне все устраивает. И она работает отлично в целом на PC. Надо было там с настроечками там этих буферов, там, чтобы задержки не было, поковыряться. Но в целом вот я сейчас играю, и у меня все как бы ок. То есть я играю, кайфую, и все звучит. Я выбрал себе три основных звука, покрутил. То есть это high gain, это вот такой вот crunch. Я очень люблю такой просто немножко подгруженный чистый звук. Как вы слышите, здесь, кстати, прекрасный ревер, офигенный. Я даже не пользуюсь никаким другим ревером в плагинах, чтобы накручивать. И, в общем-то, чистый звук. Чистый звук давайте тоже вам покажу. То есть вот такой вот чистый звук. Да, конечно, можно там рулить. И, кстати, рулить можно очень гибко. То есть там типа микрофончики можно двигать, можно рулить кучу частот, вырезать все, что не нужно. Кстати, гудит плагин. Гудит на низах, и я думаю, что это дело не в гитаре. Потому что вот эта гитара, в принципе, особо не гудит. Вот где-то внизу такая низкая-низкая середина прям перед низом. Короче, она прям, ну, валит. Прям, мягко говоря, валит. Мне это не очень нравится, я не люблю, когда такой гул, но приходится ее вырезать уже. И получается вроде нормально. Давайте продемонстрируем high gain. Ну и соло потрясающе звучит, на самом деле. Вы наверняка уже слышали на многих моих вот этих треках, но давайте отдельно поиграю. Ну, как вы слышите, в принципе, все клево. Единственное, что меня парит, и, кстати, это очень слышно в основном на хай-гейне, это как бы сустейн. Вот гитара же хорошая, мастеровая, соул-сингер, ребята там, Карен, Андрей. И как бы вот там видно, что в линию сустейн есть, а очень сильно его глушит как бы плагин. То есть в какой-то момент он просто прям реально сильно его глушит. И чтобы он его глушил, я даже не знаю, на самом деле, что сделать. Мне кажется, ничего не поделаешь. Но есть один еще важный нюанс в сторону глушения сустейна. Это гейт. Noise gate, который встроен как бы в плагин. Его можно вообще вырубить, но тогда будет прям очень много фона.
такого прям фона-фона цифрового, причем такого типа электрического, который не вот ламповый такой, типа прикольный, который на записи вполне себе даже хорошо ребята оставляют и звучит, а именно такой цифровой, который прям берет всю эту электрическую фигню и ее такой так вот делает. И, короче, не очень прикольно получается. И если убирать гейт прям совсем, получается прям жопа, особенно на соло. То есть, типа, либо очень много шумов, либо ты, если чуть-чуть его добавляешь, то примерно вот так вот он гасит звук. Вот слышите, как бы уже прям вот не то пальто, как говорится, прям совсем. И мне это не очень нравится. Ну, как бы ничего с этим не поделаешь, оно вот as is, как говорится. Вот, так что работаем. Работаем с тем, что есть. Если резюмировать, отлично вложенные там $50 или $70, вообще прям супер. Это еще прям бессрочная лицензия, то есть очень крутой плагин. И в треках вы еще услышите сотни этих треков за этот год, где я играю на этом плагине, потому что мне реально как бы норм, меня все устраивает, очень быстро пишется, быстро рулится потом эта вся история с точки зрения сведения, и, ну, комфортно в треках, в принципе, звучит. Иногда слышно, что это цифра, особенно если хайгейном играешь на какие-то треки, где не подразумевается, что ты должен играть хайгейном. Вот. Ну, в остальном, в целом, все ок. И да, я рекомендую эту штуку, это, в принципе, практически процессор. То есть это практически хороший AXFX, это практически хороший Fractal Audio, то есть реально круто. Ну, то есть вот реально прям кайф. Ну, Kemper мне никогда не нравился в целом, поэтому это точно для меня лучше, чем Kemper. Вот, поэтому я кайфую и вам, в общем-то, рекомендую. Да, могу рекомендовать абсолютно. Качайте плагин, ставьте его себе. Сейчас у них вышел еще Mesa Boogie. То есть у меня вот, кстати, архетайп Plini. Мне просто нравится в целом его звук, а может быть, соответственно, звук и другой, да, то есть как бы там очень много разных архетайпов у них, Plini, там, Тоси на басе, и вот сейчас есть Mesa Boogie, я хочу Mesa, потому что я люблю Mesa, у меня большую часть жизни была Mesa, и как бы я хочу прям посмотреть, как это будет, что это будет. В общем, ребят, вам прям рекомендую, особенно если нету денег на дорогой процессор, и мне кажется, на самом деле, что если вы современный гитарист, то ситуация складывается следующим образом. Если надо в студии что-то круто записать, то это, вероятно, скорее всего, два варианта. Либо вы делаете это вот так, в линию, да, и потом звукорежиссер там уже крутит вот этими плагинами. Либо вы делаете это в хорошее оборудование, которое есть на студии. И, ну, соответственно, там лампа, микрофон и все дела. Есть нюанс, связанный с тем, что, конечно же, эта история в миксе будет послабее звучать, но если микс не супер гитарный, то в целом ок. Процессор отсюда как бы прям реально выключается. В концертной ситуации это не очень удобно. Ну, вот такая вот движуха. У них есть, конечно, свой процессор, Quad Cortex, да? Ну, как бы это уже, типа, что один процессор, что второй, что третий. Anyway, что-то придется для концертов покупать. С точки зрения практичности относительно педалей и комбика на концертах, наверное, это практичней. Ну вот я имею в виду там Quad Cortex какой-то, да, там процессор. Или даже можно через ноутбук играть, тоже норм. Я так, кстати, играл концерты, вполне себе ок. С точки зрения передвижного сетапа, чтобы вот ноутбук, карточка и какая-то гитара, это вообще лучше ничего не придумаешь. Вот прям вот вообще ничего нет лучше. Это 100% прям must have, как говорится. С точки зрения использования на постоянке и для развития, не знаю. Скорее всего, нет, потому что все-таки ламповая культура в руках нужна, и без нее вообще будет никак. Поэтому рекомендую вам для тех целей, которые я озвучил, и, скорее всего, даже вам понравится и будет клево. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте всякие реакции и пособия. Ну, знаете, где его найти, короче.